9 ноября в республиканской столице состоится первый в истории региона международный инвестиционный форум. На мероприятии, нацеленном на улучшение экономического развития республики, планируется собрать до 800 предпринимателей Адыгеи для встречи с потенциальными инвесторами, как из России, так и из зарубежья. Учитывая масштабность этого проекта, глава района Заур Хамирзов вместе с заместителем начальника отдела Минэкономразвития и торговли Республики Адыгея Олегом Нищеретовым провел совещание с предпринимателями района и главами сельских поселений. Инвестиционный форум, который планируется министерством при поддержке оргкомитета, созданного руководством республики, соответствующим нормативным актом, планируется 9 ноября, как уже сказал Борис Кадриевич. Значит, формат мероприятия организаторы посчитали сделать максимально приближенным к современным подходам, тенденциям подготовки и проведения подобного рода акций. То есть будут учитываться все возможности информационно-коммуникационных достижений современных и максимально обеспечено легкость и доступность для людей этого мероприятия, участия в нем. Ну, значит, коротко расскажу о предварительной программе форума. Значит, она состоит из нескольких частей, будет проходить, как вы поняли, уже в течение только одного дня, поэтому будет достаточно насыщенной и событийно, и хронологически. В рамках первой части мероприятия под названием «Презентация стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея 2030 года» будут рассмотрены и обсуждены руководством и приглашенными крупными специалистами в сфере стратегического развития и экономических преобразований из-за пределов республики и в том числе из-за пределов Российской Федерации. Вот, значит, всех участников в рамках этой части мероприятия познакомят с тем, как видит руководство и экспертное сообщество на сегодняшний день, какие перспективы для республики в целом. Я думаю, данная часть мероприятия будет вам не безинтересна, потому что мы все должны знать, что в ближайшие 10 лет будет нас ждать в глобальном стратегическом плане для всего региона, чтобы иметь возможность ориентироваться, понять, где востребованы наиболее будут усилия, ресурсы, возможности, где будет перспектива для развития и так далее. На второй части мероприятия планируется уже рассматривать более подробно инвестиционный потенциал республики по отраслям экономики, где выступят представители соответствующих министерств и ведомств и расскажут о том, как они видят ближайшие перспективы и точки роста в каждой конкретной отрасли. Олег Нищеретов подробно рассказал присутствующим о предстоящем форуме, озвучил главные цели этого мероприятия. Значит, основная цель самого форума – это прежде всего ознакомить прибывающих иностранных инвесторов с нашими возможностями, с возможностями в инвестиционной сфере. И вторая задача, главное мероприятие – это содействовать диалогу между вами фактически и потенциальными инвесторами. Заур Хамирзов обратил внимание фермеров на возможность создания заводов по переработке сельхозпродукции, разведения тепличных хозяйств и так далее. Также глава района отметил, что руководство муниципалитета готово оказывать необходимое содействие потенциальному инвестору, а это, в свою очередь, существенно повысит привлекательность любого предлагаемого проекта.